В этой главе Тора заповедует Моше, Моше заповедует Бецалел, как строить мешкан и все, что нужно для мешкана. Арон, ковчег, стол, светильник, все, что было, существовало, все, что стояло в мешкане. Сама мешкан есть отдельный заповедь, и строите мешкан. Яуку Чимони говорит следующее, это цитирует Мидраш. Хашем говорил Моше, построй меня мешкан, потому что я желаю, у меня есть желание жить около сына, вместо Клай Исраэль, я хочу жить около вас. Когда ангелы слышали, что Всевышний планирует приехать в другой дом, они сделали протест. Говорил Владик Мира, ты что, ты будешь спускаться где вниз, где земля? Почему твою хвала, твое восхваление здесь, среди нас, мы же святые ангелы, здесь надо быть? Всевышний отвечает, загадочный ответ. Я клянусь, говорит Всевышний, хаехо, я клянусь, что я сделаю то, что ты говорил, но мои восхваления заполняют весь мир. Это ответ. Как понимает, что это имеет в виду ответ? То есть мы можем понимать этот мидраш, вот простое понимание, прямой смысл мидраш. Ангелы думали, что он покинут небо и заходит в землю. Объясняет Всевышний, нет, я буду и здесь, и там. Но это немножко странно и немножко непонятно, что Англия думала сначала, что Всевышний отвечает. Есть книга Маяна Шалтейра, писали Гаон Рабби Александр Зуша Фридман, светлый память, погиб, он жертв Холокоста, он гиб, да Всевышний мстит его кровь. И он пишет следующее объяснение. Он говорит, что он цитирует книгу Оал Яков. И он говорит следующее. Есть такая школа, которая считает, что да, есть великий Всевышний, который создавал мир. Есть Всевышний, который сделал все, но он находится очень далеко от нас. Почему? Он не может находиться здесь. Это же здесь нет святости. Здесь все без святости. Здесь вокруг нас есть такие противоречия святости. Не может быть, что Всевышний здесь находится, потому что он так высокий, такой святой. Они хотят, говорит Оал Яков, они хотят увеличивать святость Бога. Говорят, что он так святой, что он не может здесь находиться. А на самом деле они оскверняют Бога. Почему? Потому что великий наш Бог, он такой святой, как они думают. Он даже выше, чем они думают. Но он такой высокого и такой, что он может даже со своим высоким святостью находиться здесь. Он даже, то есть это дополнительно, дополнительное восхваление Всевышнего, что насколько он святой, а так кадош, вишумха кадош, ты так святой, ты твое имя кадош, но все равно ты находишься где? Ты находишься среди нас. Ты так далеко от нас, но одновременно ты можешь быть нас, и это наоборот, это не уменьшает наше уважение и наше понимание, насколько он святой. Наоборот, это увеличивает. Это увеличивает наше понимание, насколько он святой и сколько он великий, что даже со своей святостью он может находиться здесь. Говорит эта книга Оал Яков, ангелы, они святы, они намного святы, чем нас, конечно. И они считали, что Всевышний находится среди них, потому что он святой, они святы, поэтому он там находится. Когда они слышат, что он доходит до земли, они не поняли, что ты делаешь, Всевышний, ты же святой, ты должен быть здесь, это твои восхваления, это твои швахаха. Говорит Всевышний, ты ничего не понимаешь, ты думаешь, что я святой, как и вы? Я намного, намного, намного выше, чем вы. И все равно нахожусь среди вас. Не потому, что я, как и вы. Я намного, намного выше, чем этого. И все равно я спускаюсь. И так я спускаюсь. Это то, что ответил Всевышний. Я клянусь, что я сделал то, что ты говоришь. Ты думаешь, что я святой, и я нахожусь на одном уровне с вами? Нет, я миллионы уровней выше, чем вас. Все равно я нахожусь здесь. Я буду находиться еще немножко ниже тоже, среди людей, среди земля. Я буду там находиться тоже. Не потому, что я спускаюсь вот так далеко. Я между ангелами, между человеком не так далеко. Если сравнение величия Всевышний, его святость, она намного выше. И это, наоборот, нам показывает, насколько наши Всевышние, наш Бог, насколько он великий, насколько он высокий, что несмотря на его святость, он находится и у Англии, и у нас, он тоже везде находится, потому что это наш Всевышний, который желает жить около своего сына. Шаббат шалом. Дорогие друзья, не забудьте подписывать наш канал, subscribe, пожалуйста, нажмите, ставьте лайк, подписывайтесь. Спасибо большое. Шаббат шалом.